Я открою эту дверь. Прикройте меня. Отойди. База, мы внутри. Здесь чисто. Веду наблюдение. Альфа, наконец! Обстановка критическая. Противник очень хорошо подготовлен и вооружен. Все наши бойцы мертвы. Мы не смогли задержать их. Они захватили эти склады и держат оборону. Эти подонки должны ответить за содеянное. Майор, ты проникнешь в складские помещения через подвал и отвлечешь их. А мы в это время атакуем с этой стороны. Они не должны знать, что мы здесь. И как можно слышать. Ничем этого не знал. Выполняем. Thank you.
Отличная работа, майор. Мы ликвидировали всех боевиков, которые удерживают складские помещения. Сейчас наши ребята эвакуируют персонал ударника подальше от зоны боевых действий. Продвигаемся дальше. Разведка сообщает, что компактная группа боевиков в количестве 10-15 человек продвигается вглубь промышленного комплекса по железнодорожным путям. Мы должны остановить их и избежать потерь среди гражданских. Задача ясна? Продолжаем движение. Я слышу какой-то шум. Всем занять позицию. Майор, откройте эту дверь, давай. Я прикрою.
Я вижу, все в сборе. Теперь мы можем начинать. Мы уничтожили большую часть противника, а те, что остались, забаррикадировались в доме напротив. Ситуация осложняется тем, что враг успел захватить в заложники несколько рабочих. Штурм неизбежен, потому что переговоры бессмысленны. Совок, молот и карась. Вы под прикрытием снайперов проникнете в здание и уничтожите противника. Кулак со своими бойцами. Вы возьмете оптику и обеспечите прикрытие из окон. Всем все ясно? Ну, тогда за дело. Майор, мы с тобой займемся прикрытием штурмовой группы. Раздобудь оптику и займи позицию окна среди комнаты. Действуй. Снайперы, держите окна и двери на прицеле. База, вас понял. Будем работать. Штурмовики готовы? Это Совок. Я на месте. Это Карась. Я на месте. Это Молот. Я на месте. База, жду указаний. Отлично, мы начинаем. Всем приготовиться. Штурм. Я подслушаю их разговоры. Знаете, что мне показалось странным? Они постоянно отчитывались об обстановке кому-то на английском. Я разобрал, как они говорили о третьем и седьмом шлюзах в лесу. Мне кажется, они направляются туда. Майор, проверь подвал, я тебя прикрою. Действуй!
Майор, мы ждали тебя. Наконец-то ты вернулся. Теперь мы можем продолжать. Начали. Майор, проверьте подвал. Давай, я прикрою. Похоже на утечку газа. Майор, найди способ проветрить помещение. Заградил мне путь. Я открою эту дверь. Начинаем на счет 3. 1, 2, 3. Майор, двигайся вперед. Мы идем сразу за тобой. База, мы продвигаемся вниз. Похоже, здесь все тихо. Дальше.
База, жду указаний. Прием. Это база. Кулак, проверить шахты и лифты. Выполнять. Похоже, что два лифта находятся на нижних уровнях. Нам нужно разделиться. Капитан остается здесь, чтобы блокировать входящие лифты. Майор, ты используешь второй лифт, а я спущусь на третьем. Встретимся внизу. Судя по следам перестрелки, они были здесь совсем недавно. Нам нужно как можно скорее остановить их. Продолжаем движение. Похоже, здесь все тихо. Что противник ушел вперед по тоннелям, а ворота заблокированы из лифтерной, доступ к которой только с той стороны. Если верить плану, все тоннели связаны между собой системой вентиляции. Нам нужно использовать ее, чтобы попасть в лифтерную и открыть ворота. Майор, попробуй пробраться туда, а я тебя прикрою. No regrets.